Изменения коснутся улицы Театральной. Проезд по площади будет запрещен. Транспорт пустят со стороны служебного входа Зимнего театра. Именно в Зимнем театре и на других сценических площадках города участники будут состязаться в 7 номинациях. Вокал, хореография, мода, театр, сценическое искусство, фильм детских и юношеских киностудий и оригинальный жанр. Также в рамках фестиваля состоятся мастер-классы от членов жюри. В один из дней конкурсанты вместе с президентом фестиваля Оксаной Федоровой организуют благотворительную поездку в дом ребенка, навестят малышей и привезут им подарки.